Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас второй кусочек видео, да, с покупками с Черной пятницы. И конкретно здесь мой заказ Look Fantastic. То есть достаточно долго он до меня ехал, то есть получается больше 2 недель. Что-то как-то, в общем, что с адвент-календарем я маялась, что здесь. Ну, в общем, ладно, доехала и ладно, окей. Значит, что я заказала? Я заказала такой наборчик от Зоевы. Здесь у нас хайлайт, блеск, помадка и кисть для хайлайтера, собственно. То есть тоже была хорошая скидка на него. Стоил такой наборчик, соответственно, по полной цене я даже не скажу, сколько. 2860 рублей. Я его взяла за 2145 получается. То есть еще дешевле, чем он есть. Я помню, я смотрела какие-то обзоры, да, с распаковкой вот этих вот наборов. Здесь они в разных цветах есть. И смысл в том, что тут получается, что выгодно. То есть и кисть очень хорошая, но я же как бы фанат кистей Зоева, да. То есть как бы я не взяла. То есть она и дорожная, да, то есть ее можно и с собой, и при этом как бы она круто наносит. То есть вот такая вот маленькая кистюля. Так, это у нас номер 134. Давайте ее посмотрим. Да, мега мягкая лапка, прям вот, прям очень круто. Мне нравится. Класс. Ну да, я фанат Зоевой, кисточек, это вот, это ко мне. А дальше, что значит здесь в наборе? Lip Shine, Lip Gloss. Здесь у нас Sing With Me. Оттенок, я так понимаю, что называется. Конечно, очень красиво сделано, то есть очень прям, ну так, дорого-богато, да, оно прям это все отсвечивает. Это, конечно, да, то есть чисто праздничный блеск такой, да, то есть это, я так понимаю, здесь какой-то цветовой базы своей не будет, то есть он будет просто именно, то есть как перекрытие, да, чего-то. Но, кстати, такие полупрозрачные, крупных прям блесток я не вижу, то есть это прям надо... То есть полупрозрачный, то есть все. Ну, такое, кстати, я люблю, мне нравится. Это пойдет в ход. И, конечно же, собственно, вообще они это позиционируют, да, как хайлайтер. Ну хотя они мульти-юз фейс паудер. Вот, пардоньте, даже не хайлайтер. Ну, да, потому что здесь у них такие цвета в этой серии, что чисто хайлайтером это назвать сложно, потому что там еще был какой-то. Сильно золотой, да, сильно такой какой-то бронзовый, у меня будет сильно розовый оттенок Supreme, скорее всего. Тоже вот она такая вся отсвечивающая упаковка, очень красиво. Но у меня, мне кажется, это чисто прям, ну, румяна-румяна, да, то есть по-другому я даже не знаю, да, как это обозвать. Очень красиво, конечно, сделано. Давайте посмотрим swatch. Да, но это явно румяна, я не уверена, что это можно использовать как хайлайт. Хотя, ну, может быть. Но выглядит красиво на самом деле, да, то есть для хайлайта, наверное, это слишком розово. Вот, но мне нравится, конечно. Но я хотела вот именно их, вот такой продукт, да, потому что у меня от Зоева, да, кроме теней именно, да, две палетки у меня есть, у меня нет, три, пардон. Больше я не пробовала, то есть вот для лица вот такого ничего. Вот, и блеск попробовать, ну и, конечно, лишнюю кистюлю в арсенал, но как же, да, без этого. Поэтому, соответственно, мне нравится, то есть хороший формат такой, то есть как бы это и на подарок пойдет, да, если как бы, да, кому-то хочется такой подарить. Так, дальше давайте распакуем коробку, наконец, да, Black Friday Edit, да, именно Look Fantastic выпустил коробочку конкретно к Черной пятнице. Стоила она 3080 рублей, вот. То есть они состав не скрывали, да, то есть он у них был как бы на сайте, поэтому я что-то посмотрела и подумала, что за такие деньги выгодно как бы, да, ее взять, потому что и продукты интересные, которые и мне они интересны, да, и кое-что из этого тоже я думаю, что я отправлю на подарок, потому что я так хочу.
Соответственно, да, то есть все так красиво выглядит. Прям вот оно, да, вот оно, шуршащее. Давайте смотреть. Не, ну на самом деле, да, здесь я согласна, как бы все это вот выглядит наполнение прям отлично. Значит, что у нас здесь? То, что я первое вижу, да, то, что у меня уже было с прошлого адвент-календаря, это Living Proof Perfect Hay Day 5 в 1, не смывашечка. Она у меня была, она мне очень понравилась, но почему-то, то есть, вот опять, да, вот они ее положили в таком же, кстати, формате, тоже 30 мл, мне кажется, у меня было, положили в бокс, но при этом почему-то в полноразмерном формате на Look Fantastic я ее не нашла. То есть, если найду, я, конечно, вставлю вам, да, картиночку, но я не нашла ее почему-то. То есть, и это обидно, потому что, на самом деле, как бы средство очень крутое, оно очень круто уплотняет волосы, то есть, мне прям очень нравится. То есть, даже здесь что они пишут? А, защита от температуры до 230 градусов, то есть, на любую укладку, да, если накручиваетесь, это здорово попробовать. Так. Дальше от Nuxe. Это у нас... А, просто лосьон для тела. А, ну, видимо, с ароматом этот Prodigious, или я даже по-французски это коверкать не буду, да, потому что не имеет смысла. Да, сладкий миндаль, кокосовое масло. А, вот конкретно про вот этот продукт тоже я думала, что его я, наверное, отдам на подарок, да, потому что я лосьонами для тела особо не пользуюсь, но про вот этот подумаю, да, может быть, чисто из-за аромата себе оставлю, не знаю. Вот эту штучку точно отдам, как бы, да, на подарок, потому что, ну, я уже попробовала, мне хочется еще, да, чтобы, как бы, мне подруга попробовала, поэтому это точно в подарок пойдет. Дальше. Доктор Бранд, микродермабрази, эксфолиатор. Так, что они здесь пишут? Здесь, кстати, хороший объем, 60 грамм. Вот это мне интересно попробовать. Так, 1-2 минуты массажа. А, ну, массаж этот кожи, 1-2 минуты, 2-3 раза в неделю. Вот. То есть вот такое. Мне кажется, этот бренд достаточно дорогой у них. То есть тоже я, этот, если найду, картиночку вам подкреплю. Посмотрите, сколько это стоит. А, дальше Mio. Этот бренд тоже мы уже видели. Боди серум с ахакислотами. Кстати, такие штучки, в принципе, интересно, да, попробовать. Особенно можно такие штуки рекомендовать, у кого вот есть вот это ощущение, вот когда гусиная кожа, вот, ну, когда нету гладкости, да, на теле. То есть вот оно вот будет хорошо вот это вот выравнивать именно рельефчик. Вот, так что продукт интересный, посмотрим. Дальше, Ultra Repair Cream. Это у нас здесь, блин, наверное, от этой, от черной этой вот этой вот мишуры какое-то все немножко пыльненькое. Это First Aid Beauty, обалденный, кстати, бренд. Вот такой. Вот этот крем, я думаю, что по-любому я его подарю, потому что мне он будет жирноват, это 100%. Вот, а поскольку, как бы, да, тоже у меня есть мои сухокожики, да, кому, у кого чувствительная кожа, да, кому я это все могу задарить, потому что продукты реально офигенские у этой серии, поэтому можно спокойно брать. Дальше, это у нас HC Eye Cream. Вокруг глаз, 10 мл, вот такой кремушек. Тоже про него я... тоже очень такие хвалебные отзывы прям слышала. Прям они даже пишут, что концентрированный крем для глаз, крем для глаз для целого лица. То есть многие его используют именно в контексте прям на все лицо. Вот, то есть тоже отзывы я читала, и больше отзывы, конечно, на у кого сухая кожа, да, совсем. Вот, скорее всего, тоже это у меня пойдет на подарок. Дальше. Миниатюрка у нас Naked Cherry, Lime Crime из серии Wet Cherry. Кстати, вот эту штучку я хотела попробовать, да, и тут как раз миниатюрка, то есть я такое люблю, мне интересно, да, потому что они такие достаточно нашумевшие, их, в принципе, вот народ любит. И такой, в принципе, носибельный оттеночек. Ну-ка, пахнет, кстати, какой-то то ли вишневой пироженкой, то ли... Ну, то есть это не просто вишня, а вот с какой-то еще сладостью. Да, абсолютно носибельная. Оттеночек носибельный. Да, очень-очень здорово. Все, это будем все тестировать и пробовать. Все интересненько.
Так, еще не все. Дальше. Айко, да, Лондон. Бренд, который, по-моему, изначально специализировался только на тушах, теперь у них, значит, вот есть еще и жидкие лайнеры. Ну, здесь попробуем, да, я на самом деле лайнерами крайне редко пользуюсь, у меня как-то со стрелками не лады, вот, но почему нет, интересно, хотя вот в прошлом адвенте у меня была тушь от этого бренда, но она была с изогнутой вот такой щеткой, которую я не люблю, мне не очень понравилось, честно. Дальше, еще пара патчи от Skin Iceland. Кто смотрит Криги, ну, тот наслышан про эти патчи, да, то есть это прям... must-have ее. Ни разу не пробовала, попробую, прям интересно, потому что бренд дорогой, да, и прям вот попробовать это здорово. Дальше, доктор Деннис Гросс, это у нас сыворотка, сияющая с витамином С. Вот это тоже мне очень интересно, я же говорю, я в последнее время подсела на сыворотки, и здесь еще, ну, доктор Деннис Гросс тоже не бюджетный бренд вообще, и такую сыворотку получить, попробовать... Интересно, здесь, кстати, объем хороший для сыворотки, сколько здесь? 9 миллилитров, ну да, то есть этого распробовать вообще на лицо огонь. Ну и, собственно, да, звезда этой коробки, то, что здесь у нас, мы ради чего, видимо, все затевалось, это New Natural Blushed Palette Revolution. Давайте посмотрим, как это выглядит вообще. Если честно, вначале я эту коробку как-то брать не хотела, потому что думаю, ну, вроде как, да, и тени-то мне эти не нужны, ну, и как-то вот вроде и нет. Вот, но потом что-то я ходила-ходила, думала-думала, да соблазнилась. Думаю, ну, нет, но надо, все-таки надо. Так. То есть вот как это выглядит. То есть, ну, цвета на самом деле красивые, то есть здесь не прикопаешься, не придерешься. Ну, вот так, то есть у нас здесь и шиммеры есть, и сатины есть, и матовые есть. То есть, в общем, все круто, здорово, отлично. Насчет оставлю себе или нет, пока не знаю, буду думать. Вот, но, тем не менее, то есть я считаю, что за 3000 рублей это, конечно, выгодная покупка получилась, потому что все. Вот, коробочка пуста. Собственно, я очень довольна составом, то есть я вот его как увидела тогда, да, я думаю, ну, нет, по-любому я беру, потому что, то есть здесь есть реально продукты, да, то есть которые я точно, да, хочу, чтобы у меня там подруга попробовала, которые действительно стоят своих денег, да, и мне не жалко, как бы, то есть если я там, да, это буду отдельно, например, даже ей там покупать, да, там на праздники или еще что-то, то есть это выйдет дороже, чем просто купить этот бокс, поэтому я купила бокс, все. И последнее, что покажу, соответственно, это уже их ежемесячная коробка. Вот. Ни разу не заказывала ежемесячную коробку от Look Fantastic. Я смотрела распаковки на них, не скажу, что я прям была сильно в восторге как-то, да, вот от наполнения. Но так, чисто вот разок попробовать, да, то есть, может быть, еще как-нибудь закажу. То есть, пока, не знаю, что-то вот... Не уверена. Но давайте посмотрим. Она полегче. Здесь нет вот такого количества продуктов. Здесь все гораздо скромнее. Здесь все, как всегда, они книжечку вкладывают. Beauty Box Edit. А, ну да, вот здесь, значит, что типа может быть в коробке. А, здесь, да, не может немножко варьироваться состав. Так понимаю, разные оттенки теней. Ох, как вкусно пахнет. Печатью. Кто еще любит нюхать, вот как я? Я надеюсь, не одна такой маньяк. Так, ну давайте посмотрим, что здесь. Так, ну да, здесь гораздо скромнее, конечно. Так, тоже мишуры, конечно, накидали. Значит, первое, что мы видим, однушечка теней. Petal to the Metal от The Balm. У меня... Так, ну что-то мне желтишь ее, зеленого оттенка вообще вот эта штучка. Ну ладно. У меня есть в полноразмере, это кремовые тени, я в них сейчас пальцем не полезу. На самом деле, кстати, цвет носибельный, это вот на все подвижное веко, хороший оттенок. У меня есть такая большая палетка, она и в зеленом у меня в цвете, и в фиолетовом, то есть их две версии есть, у меня есть обе, вот. И вот это я точно подарю, потому что, ну, мне как бы не надо просто, да, потому что...
ну, потому что у меня есть большие, да. Соответственно, я пальцем тоже сюда лезть не буду, да, дабы это как бы сохранить вот в первозданном виде, да, и вот будет подарок. Дальше от Ren, это Energizing Lotion. Так, ну, Ren, кстати, тоже достаточно дорогой бренд, 50 мл, кстати, хороший объем. Мне в поездочке, как всегда, я такое люблю, мне надо всегда. Дальше... Jacob Black Glow Drops Highlighting Primer. Ух ты, оттенок шампань. Вот это, кстати, я не знаю даже ни бренда, что это такое. Интересно. Вот это надо смотреть. Давайте прям тыкать. Выглядит как крем для рук, на самом деле. Ну, типа как от L'Occitane, вот что-то такое, да? Сделано в UK, кстати. Он зафольгирован, но давайте посмотрим. Это я точно оставлю себе. Я такие штуки люблю, поэтому можем смело пробовать. Так. А, ну, кстати, нет, прям безмерного количества блесток здесь нет. Ай, все засвечивает, ничего не видно. А, ну вот, вот так видно, да, конечно. Но переливается, на свету вообще знатно переливается. В жизни не так, но, кстати, свечение неплохое, но я бы это все-таки использовала больше для тела. Для лица блестки крупновато все-таки. Вот, но продукт интересный, надо попробовать, распробовать. Такое, в принципе, кстати, да, это прикольно на лето, такие штуки. Там на ключички, там на декольте, все такое. Так, дальше что у нас здесь? От Avant. Так, 10 мл, гиалуроник, аквакологен. А, для глаз, пардон, слепая. Вот такая малышечка. Так, у нас здесь 10 мл. Кстати говоря, для глаз это вообще вполне пойдет с маленьким носиком. Будем пробовать. Это пригодится. Дальше. Еще у нас два продукта. А, ну правильно, да, 6 продуктов они обычно кладут. Это у нас бренд Sukin Sensitive, австралийский. А маска с розовой глиной для лица. Ну, это будет интересно попробовать. Я такое люблю, глиняные масочки, это ко мне. То есть прям все здорово. Такая прям розовая, прям для девочек, для девочек. Отзывы, кстати, на этот бренд слышал их неплохие, поэтому будем тестить. Здорово. И последнее, что у нас здесь есть, это у нас... А, двухсторонняя кисть для глаз. А какого бренда? Кто это делает? Cruelty Free написано. А, написано Brushworks. Вот. Так это выглядит. Давайте заценим, что за кистюля. Так. Ну, кстати, в качестве дорожного формата, в принципе, это удобно, наверное, будет. Потому что она такая двухсторонняя, мягкая, очень мягкая. Да, то есть здесь это, кстати, можно либо для бровей использовать скошенную, либо по нижнему веку. А это просто такая, как либо набивающая, либо, ну, в принципе, растушевать, я думаю, она тоже растушует. Но двухсторонняя, кстати, вообще вполне неплохо, и кисть получить вполне приятно. Вот. Все. Да, все, я достала, все. А, вот такая коробочка у нас. То есть здесь я прям не скажу, что это прям, да, вау, состав какой, да, стоила она там что-то 1000 с чем-то рублей, а, да, ежемесячный бокс их, не знаю, будет, может быть, лимитки какие-то будут заказывать, пока не знаю, буду думать, вот. Но пока так. Вот, весь мой заказ, собственно, с Look Fantastic. С Черной пятницы вроде у меня все. Я не так много заказывала в этом году, у меня больше, скажем так, для работы, для любимых пациенточек своих заказывала, да, больше по препаратам, все-таки хотелось для работы, для работы, для работы. Вот, а это уже все для души, да, как говорится. Вот, для души, и, конечно же, да, моим девчоночкам тоже подарочки обязательно будут. Вот, все, заканчиваем трепаться, то, что вечно я, значит, это разглагольствую по полчаса. То есть очень красивые коробки, все это прям так красиво сделано. Веселого Рождества, с любовью, Beauty Box Team. Look Fantastic. Все, надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.